Это Эмерсон. Мы получили информацию, тебе стоит взглянуть. После взрыва ракеты камера у Нила прекратила передачу, но на последних кадрах мы успели кое-что ухватить. Принял, босс. Максимум брони. Мы уже засекли аварийный маяк Нила. Задача номер один — контейнер. Те снимки могут дать ответ на вопрос, что в нем и куда его везут. Из радиопереговоров корейцев следует, что они собираются обследовать разбившийся самолет. Ты должен добраться до него раньше них. Максимум силы. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Выходи! Ложись! Ложись! Сделал. Что значит я это сделал? Еще бы я этого не сделал, черт возьми! Сьерра-2, это командир. Направляйтесь к точке сбора танго Папа-7-0. Никак нет, командир. Это место кишит корейцами. Пришлите спасательный самолет. Отказано, Сьерра-2. Ваш приказ? Вашу мать! Я один с пистолетом против целого отряда корейцев. Пришлите чертов самолет! Следуйте полученным приказам, Сьерра-2. Я скоро буду, приятель. Без паники. Тих. Камера должна быть на катапультируемом кресле пилота. Доберись до нее прежде, чем корейцы ее уничтожат. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони.
Маскировка активирована. Максимум брони. А как насчет пилота? Он Нилом займется воздушный отряд. Твоя задача — захватить контейнер, а не проводить спасательную операцию. Я могу сделать и то, и другое. Твоя миссия слишком важна, псих. Я выберусь. Ты там держись, Нил. Я приду за тобой. Отлично, это твое дело. Но после выполнения миссии ты будешь действовать в одиночку. Я не смогу обеспечить себе поддержку. И не думай, что на острове у меня нет других отрядов, способных выполнить эту работу. Маскировка активирована. Сайкс, сюда! Максимум силы. Спасибо, Сайкс. Влетит тебе за неповиновение, парень. Есть посмотрим. Еще новости. Я видел несколько стычек, когда снижался. У нас есть там какие-то отряды? Ничего о них не знаю. Это проект 914. Такой груз. Класс Дельта-4. В прошлом веке советы продали его прототип корейцам. Прямо музейный экспонат.
тоже брат. А что? Он был безоружен. Некоторые правила я соблюдаю. Координаты выхода загружены. Вперед! Воздух, это Сьерра-2. Направляюсь к пункту танка Папа-7-0. Расчетное время прибытия 10 минут. Сьерра-2, это Гриф-1-4. Вы здорово опережаете график. Центр готовит воздушный удар. Расчетное время 70 минут. Подождите, пока мы не расчистим местность. Никак нет, 1-4. Мы в опасности, долго не протянем. Срочно требуется эвакуация. Понял, Сьерра-2. Центр, это Гриф-1-4. Направляюсь к пункту танков Папа-7-0. Будьте внимательны, мы снижаемся. Местность небезопасна. Эстер и Ацтек погибли в бою. Пророк пропал без вести. Черт, а другой парень? Намат на другой стороне острова. Так вы с Наматом теперь сладкая парочка? Скажем так, бывали у меня напарники и похуже. Пошел ты, старик. Это должен был быть я, и тебе это известно. Черт, сколько же корейцев на этом, мать его, участке? Гриф-1-4, ответьте, что видно сверху? Хищник, это 1-4. Корейцы подняли тревогу по полной программе. Объекты движутся со всех сторон. Похоже, кто-то предупредил их о вашем приходе. Хищник, это Гриф-1-4. Приближаюсь к месту приземления. Понял. 1-4. Черт, они открыли огонь! Отбой! Мы уходим! Здесь слишком опасно! Не останавливаться. Продолжать движение до тех пор, пока не выясним, что случилось с нашим транспортником. Немедленно. Здесь повсюду эти чертовы корейцы. Минимум 2 отряда, до зубов вооруженные гранатометами. И думать забудьте о том, что выбираться отсюда, пока мы не расчистим место приземления. Ну что, пора за работу. Поехали. На юго-востоке кто-то шарится в зарослях. На той горе гранатометы. Заряжаю. Следите за периметром. Черт, как мне все это осточертело! Они 5 минут не могут продержаться в воздухе! Завали фонтан, Морис, меня достало твое хныканье! Слышь, пилот, ты где, мать твою, учился летать? Идите вы знаете куда!
на западе! Идут снизу! Кто-нибудь сбросьте эту связку поленьев! Перекройте им дорогу! Место приземления расчищено. Забирайтесь в транспортник. Уходим. Всем подготовиться к эвакуации! Эмерсон, мы готовы эвакуироваться. Данные с камеры загружаются. Ситуация изменилась, псих. На съемках со спутника видно, как корейцы загружают эту бочку на подлодку. Скорее всего, они собираются переправить боеголовки к нашим судам. Как только субмарина пропадет с радара, все кончено. Мы не сможем отслеживать их передвижение. И в следующий раз услышим о них, когда военные корабли в Лексингтоне взлетят на воздух. Начинайте операцию. Да, мэм. Есть альтернативные маршруты? Никак нет. Вот дерьмо. Я буду помогать тебе с воздуха, пока могу, хорошо? Погоди, я спущу тебя с небес на землю. Так, что еще новенького? Внимание! Корейцы впереди перекрывают дорогу. Не дайте им застать вас врасплох. Чтобы добраться до подлодки, вам придется просочиться вон в ту гавань. Она серьезно охраняется. Заходите с фланга. Нам забраться в нее. Надо подключиться к корейской военной сети в гавани.
Подключитесь к ней, и я посмотрю, что можно сделать. Максимум брони. Маскировка. Снаряжение в одно из строений. Я засек их с одним из тех электромагнитных гранатометов. Проверьте. Активирована. Снижу цель.
Я хочу взломать их аварийную систему. Достаточно. Тогда я смогу запустить пожарную тревогу прямо отсюда, и люки откроются автоматически. Отлично. Контейнера нигде не видно. Должно быть, боеголовки уже погрузили на подлодку. Корейцы вокруг вас зашевелились. Пока мы с вами беседуем, их вертолеты подтягиваются к вашей позиции. Как это могло случиться? Думаю, это по моей вине. Я вломился в их систему безопасности. О'Нил, немедленно возвращайся на базу. Твоя помощь не требуется. Мне не нужен очередной синий код. Мэм. Нет, она права. Лучше будет, если я верну транспортник на базу. А ты там не подкачай, слышишь? Псих, субмарина может отплыть в любой момент. Через считанные минуты вся местность будет кишеть корейцами. Так что твой единственный шанс пробраться на борт. Маскировка. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Достаточно энергии.
Аганджу. Кидер. Я британец, ты балбес. Балбес. Идиот. Когда мы подгоним костюм, он может слегка сжать. Как тиски, только хуже. Пока костюм не растянется, боль будет невыносимой. Между кожей и костюмом появится зазор. Если его уменьшить, будет натирать. А если нет, то он начнет отрывать кожу от мяса. Я военнопленный, выродок! Мы уважаем Женевское соглашение. Однако нанокостюм не официальная униформа. Это сводит на нет все твои права. Супермунэнгэши.